Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на онлайн-форуме Тинториум. Мы рады встрече с вами. Уверен, что еще многие сейчас спешат к своим гаджетам, чтобы подключиться к нашей трансляции. Делитесь ссылками, приглашайте к участию друзей, всех, кто хочет быть здоровым и красивым. Сегодня команда спикеров работает сразу из нескольких студий. К нам присоединятся эксперты из разных городов. Мы подготовили для вас интересные материалы, презентацию новинки крема Тинториум Ультра, а также бонусы для всех участников форума. В этой студии мы, Светлана Лебедева и Марат Хисматуллин, сделаем все, чтобы вы провели время интересно и с пользой. Друзья, пишите в чате, из каких вы городов. Сейчас мы видим, уже подключились Москва, Екатеринбург, Пермь, Саратов, Краснодар. У нас действительно обширная география. Наше мероприятие сегодня охватит не только всю Россию, но и страны ближнего зарубежья. Мы видим, подключились Казахстан и Беларусь. Будем рады видеть Украину и Монголию. Наш форум проходит под лозунгом «Время возможностей». И это не просто так. Сегодня будет масса возможностей получить огромное количество полезной информации, познакомиться с новинками, зарядиться позитивной энергией и обменяться мнениями в чате. А чат – это отличная возможность передать приветы друг другу. Также только сегодня будет проведен розыгрыш ценных подарков от компании «Тинториум». А что это за ценные подарки? Конечно, это полезные продукты Тинториум, о которых мы сегодня будем говорить. Это топовые продукты, всеми любимые и желанные. Дроже Тинториум Плюс, антистрессовая тонизирующая программа, дроже Формула Ра, золотая серия, дроже Тинториум Биэктив. Крем Экстрим, набор апибатончиков «Золотой слиток», wellness-программа F25 и набор «Изменись за 28 дней», а также новинка, подробнее о которой вы узнаете сегодня на нашем форуме. Это крем Тинториум Ультра для остроты зрения с увеличенным содержанием пчелиного яда. Эти 20 подарков розыгрыша и 3 суперприза отправятся сегодня победителям. Ставьте плюсики в чат, если вы хотите принять участие в нашем розыгрыше. И ставьте лайки под этим видео, если хотите победить. Кто еще не успел зарегистрироваться в розыгрыше, прямо сейчас проходите по ссылке из нашего чата. Заполняйте простую форму регистрации, успевайте принять участие в розыгрыше и получите шанс выиграть подарки от компании Тинториум. В 2021 году Тинториум исполнится 33 года. За эти годы любимая компания выросла и достигла больших высот. Когда-то все начиналось с одного улья, а сегодня Тинториум – это стабильная международная компания с уникальным продуктом и обширной сетью партнеров по всей России и зарубежью. Главный лозунг компании – качество и честность. И мы гордимся причастностью к благородному делу Тинториум и благодарны миллионам клиентов, которые с нами все это время. Многие из вас в Тинториум уже 5, 10, 15 и более лет. А если вы познакомились с Тинториум недавно, предлагаем вашему вниманию ролик о компании.
Светлана, посмотри, какая у нас большая страна Тинториум. Да, Марат, Тинториум сегодня – это люди. Это прежде всего вы, лидеры и клиенты компании. Хотим, чтобы вы получали пользу, были здоровы, энергичны и красивы вместе с нами. И компания делает для этого все возможное. Вместе мы прошли все сложности 2020 года. Благодаря вашей поддержке и вашим запросам год был продуктивным на актуальные новинки и события. А о них нам расскажет ведущий менеджер по организации мероприятий Наталья Каменских прямо из центрального офиса. Наталья, приветствуем тебя. Предлагаем вспомнить самые яркие и интересные мероприятия 2020 года. Добрый день, Марат. Добрый день, Светлана. Здравствуйте, дорогие зрители. Действительно, год был насыщен на события. В марте под девизом «Управляй здоровьем вместе с Тинториум» прошло грандиозное мероприятие – международный АПИ-марафон Тинториум. 4000 участников получили позитивный заряд эмоций и новые знания. Каждый унес с собой в душе теплые воспоминания и стал частичкой большой дружной семьи Тинториум. Мероприятие охватило 39 городов. На АПИ-марафоне тысячи участников узнали о пользе АПИ-фитопродуктов Тинториум. Получили ответы на актуальные вопросы о здоровье, красоте и долголетии. Участвовали в мастер-классах, дегустациях и, конечно, получили подарки. Гости узнали о том, какие меры профилактики нужно принимать, чтобы всегда оставаться здоровыми. Партнеры компании рассказали о своих историях успеха. Как они жили раньше, как познакомились с компанией и как открыли для себя широкие перспективы роста в бизнесе Тинториум. В этом году, 20 марта, в день рождения компании, мы приглашаем вас на АПИ-марафон Тинториум 2021. АПИ-марафон прокатится по всей стране. Друзья, если вы участвовали в предыдущих марафонах, напишите город, в котором вы были. А если вы хотите попасть на такое мероприятие, пишите об этом в чат. Мы готовим для вас еще больше интересной информации, подарков и сюрпризов. Присоединяйтесь к празднику. Летом в онлайн прошли 4 сессии большой познавательной конференции Тинториум. Это мероприятие объединило опытных практикующих врачей из разных уголков нашей страны. Они эффективно применяют в работе АПИ-фитопродукты Тинториум. Врачи, специалисты с многолетним стажем работы, дарят людям здоровье. Они поделились своим бесценным опытом, как, используя продукцию Тинториум, можно поддерживать, сохранять и улучшать здоровье. Эксперты рассказали, как забыть о боли в спине, снизить тревогу, справиться с бессонницей и объяснили, как АПИ-фитопродукция Тинториум помогает в поддержании здоровья родителей и детей. Одна из тем была посвящена вопросам материнства, детства и женского здоровья. Как справиться со стрессом, укрепить здоровье ребенка и вызвать в нем интерес к обучению. Врачи поделились результатами исследований, связанных с воздействием АПИ-фитопродукции на здоровье сердечно-сосудистой и иммунной системы. Кстати, спикер большой познавательной конференции, врач-невролог, рефлексотерапевт, АПИ-терапевт Алексей Мажов сегодня присоединится к нашему прямому эфиру из Санкт-Петербурга. Летом мы обязательно проведем новые сессии большой познавательной конференции Тинториум. Друзья, пишите в чат, какие темы вам наиболее интересны. С июля по сентябрь в наших соцсетях прошел марафон истории Тинториум. Сессии были посвящены историям применения продукции компании. Обычные люди из разных уголков нашей страны делились своими историями о том, как они познакомились с нашей продукцией, которая изменила их жизнь к лучшему. В прошлом году более 2500 гостей приняли участие в ставших уже традиционными единых wellness-днях Тинториум. Wellness-дни охватили самые разнообразные темы об уходе за собой, правильном питании, полезном образе жизни. Организаторы из различных регионов России проводили не только офлайн, но и онлайн-встречи. Участники wellness-дней всегда оставляют хорошие отзывы и отмечают ценность таких мероприятий, на которых можно задать интересующие вопросы, продегустировать продукцию и узнать практические советы по использованию продукта. В этом году мы продолжаем эту традицию. Ближайший wellness-день Тинториум пройдет 27 февраля. Друзья, пишите в чат. Вы хотите побывать на презентации, мастер-классе, посетить онлайн-встречу и получить ценные подарки от компании? Присоединяйтесь! Такая возможность есть у всех участников wellness-дней. Подробности вы сможете узнать в нашей группе ВКонтакте, а также стать гостем одного из таких мероприятий. Следите за новостями.
Друзья, заходите в наши социальные сети, на канал YouTube, официальный сайт компании, и там вы сможете познакомиться с подробностями о всех мероприятиях, которые проходят в Тенториум. Марат, Светлана, я уверена, что 21-й год станет временем нестандартных решений, смелых идей и новых интересных форматов мероприятий. Наталья, полностью с тобой согласна. Друзья, будьте открыты всему новому, общайтесь с теми, кто с вами на одной волне. Получайте новые возможности вместе с Тенториум. С уверенностью можно сказать, что мероприятие Тенториум в любом формате всегда проходит интересно. Друзья, напоминаем, что все участники нашего форума, прошедшие регистрацию, примут участие в розыгрыше ценных призов от компании Тенториум. Для тех, кто еще не успел зарегистрироваться, прямо сейчас проходите по ссылке из нашего чата, заполняйте простую форму регистрации, успевайте принять участие в розыгрыше и получайте ценные подарки. У вас осталось совсем немного времени, через 5 минут регистрация будет закрыта. А мы желаем всем удачи в розыгрыше. Качество и честность – девиз компании в течение многих лет. Из года в год мы доказываем это достижениями на российском и международном уровнях. Ежегодно «Мед Тенториум» проходит проверку на качество и безопасность в лаборатории международной медико-биологической компании в Германии. А в 2020 году эксперты ведущей европейской лаборатории признали мед Тенториум натуральным и безопасным. Он не содержит никаких вредных примесей, пестицидов и лекарственных препаратов. Наш мед обладает безупречным качеством и, что немаловажно, разрешен к ввозу в страны Евросоюза. Как известно, в Евросоюзе самые строгие в мире требования к качеству пищевой продукции. И то, что мед Тенториум с неизменным успехом проходит европейские лабораторные испытания – доказательство высочайшего качества нашей продукции. Друзья, напишите в чате, какой мед Тенториум вы любите. Кстати, мой любимый мед Парма назван так в честь Пермского края. Марат, мы с тобой коренные пермяки. С гордостью говорим то, что Тенториум – компания с мировым именем, основанная на Пермской земле. Ну а в Перми подвели итоги регионального этапа Всероссийской премии правительства России «Экспортер года». Участников оценивали по нескольким критериям: объемы экспортной продукции, освоение новых рынков, расширение ассортимента продукции, международные награды. Во всех категориях Тенториум показал себя с самой лучшей стороны. Компания завоевала призовое место в номинации «Лучшие агропромышленные компании». Тенториум – это уникальность и качество продукта, широкая известность бренда, множество наград. Тенториум представлен и востребован на российском и международном рынках. Именно это было оценено жюри и принесло победу компании в другом конкурсе «Пермский бренд 2020» в номинации «Товары для населения». А в феврале прошлого года Тенториум принял участие в статусной выставке лучших российских товаров. И как вы думаете, где? В Японии? У японских покупателей вызвал живой интерес привезенные нами апи-батончики «Золотой слиток», питательные дрожжи, биологически активные добавки, бальзамы, крема и мед. И это дает нам еще один повод для гордости и говорит о том, что для нашего продукта нет границ. В конце прошлого года два продукта компании «Апи-батончик «Золотой слиток» и жевательный прополисный воск с имбирем» вошли в список 100 лучших товаров России и получили статус «Новинка года». Лауреатом конкурса признан профилактический гель для десен с пчелиным ядом. Марат, посмотри, сколько замечательных наград и достижений Тенториум завоевал в 2020 году. Да, Светлана, а знаешь ли ты, что есть такие награды, которые присуждаются за достижение значительных результатов в области качества, а также за внедрение современных методов производства? Именно поэтому мне хочется отметить, что в 2020 году президент и основатель компании, кавалер медали Ордена за заслуги перед Отечеством Раиль Хисматуллин удостоен почетным знаком за достижение в области качества. И вы видите сейчас эту достойную награду. Да, Марат, это дорогого стоит. Девиз Тенториум – качество и честность.
Следуя ему, мы совершенствуем производство, разрабатываем новые технологии, проводим научные исследования и в результате получаем отличные оценки на самом высоком уровне. А наши продукты всегда отличаются качеством и на протяжении уже 32 лет любимы и востребованы людьми по всему миру. И сейчас на связи с нами главный технолог завода Tentorium Roland Марат Псянчин. Он готов рассказать о наших новинках. Здравствуйте, коллеги. Да, движение вперед и желание трудиться на благо людей дает команде Tentorium импульс для создания новых продуктов. В начале года дистрибьюторы и клиенты обратились к нам с просьбой выпустить антисептик для рук. В кратчайшие сроки компания запустила производство геля для рук Apiseptic с высокой антибактериальной активностью. Назван он так не случайно. Одним из главных преимуществ Apiseptic является высокое содержание прополиса, природного антибиотика, обладающего мощными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. С новым продуктом мы защищены от воздействия болезнетворных микроорганизмов, вирусов и бактерий. Еще одна новинка 2020 года – жевательный прополисный воск с имбирем обладает рядом выдающихся преимуществ. При ежедневном использовании он защищает полость рта от микробов, вирусов и бактерий, а также очищает зубы от налета, предупреждает развитие кариеса и защищает десны. Друзья, а сейчас важная информация. Жевательный прополисный воск в сочетании с имбирем – это скорая помощь для тех, кто хочет бросить курить. Он облегчает течение лор-заболеваний, укрепляет иммунитет, полностью натурален и не содержит сахар. Также осенью в продажу поступили два новых продукта – фракционированный прополис и вкладыши из прополисных полошков. Фракционированный прополис – это барьер против вирусов. В нем собраны все активные вещества, которыми так ценится прополис. А использование вкладышей из прополисного полошка в защитной маске – это простое и эффективное средство профилактики распространения инфекций. Посмотрите, как это работает. Испытайте прополисную защиту двух полезных новинок от Tentorium – прополисных полошков и фракционированного прополиса в порошке. Полошок – это перегородка из холщовой ткани, отделяющая гнездо пчел от крышки улья. Весь сезон он защищает пчелиный расплод и пчел от болезней. Пчелы пропитывают его частицами воска, меда, пыльцы и прополиса – мощнейшего природного антибиотика, обладающего бактерицидным и антивирусным действиями. Фракционированный прополис – это натуральное стратегическое сырье компании, вобравшее в себя все полезные элементы, которыми так ценится прополис – флавоны, флавоноиды, флавонолы и гидроксикоричные кислоты. Эти активные вещества создают мощный барьер на пути вирусов. Прополисные полошки и фракционированный прополис – простые и эффективные средства профилактики инфекций и вирусов. Разместите полошок на маске так, чтобы он прикрывал рот и нос. Берите его с собой, когда посещаете людные места, и защита вам обеспечена. Полошок можно использовать до тех пор, пока он не потеряет аромат. Сделайте надрез на одноразовой маске и насыпьте в нее нужное количество фракционированного прополиса. Также рекомендуем сшить матерчатый мешочек и загрузить прополис в него. Такой мешочек будет полезен в самых разных местах. В автомобиле, детской комнате, в спальне под подушкой. При тепловом воздействии прополис нагревается и обеззараживает воздух. Обладает приятным ароматом хвои, меда, тополя и душистых трав. Ароматерапия с фракционированным прополисом укрепляет здоровье, дарит расслабление и здоровый сон. Прополисная защита на каждый день проверена в экспедициях Tentorium. Приобретайте противовирусные новинки в интернет-магазине tentorium.ru или сервисных центрах вашего города. Оба продукта – отличная профилактика вирусов и простуд. Испытайте и вы защиту двух полезных новинок от компании Tentorium. В октябре Tentorium выпустил еще одну новинку для оздоровления полости рта – зубная паста Apident Pro. Она усилена продуктами пчеловодства. Открыв тюбик пасты, вы сами заметите темные частицы. Это и есть тот самый настоящий ценный прополис. Частички видны невооруженным глазом. Такая концентрация прополиса обеспечивает мощное антибактериальное и защитное действие.
А для комплексной защиты я обязательно использую ополаскиватель для полости рта и наш профилактический гель для десен с пчелиным ядом. Советую всем нашим зрителям использовать именно комплексный уход. Марат, спасибо большое. Я тоже использую эти продукты в комплексе. Друзья, а я хочу поддержать предыдущую тему и рассказать о важном для нас продукте, для женской красоты. Милые дамы, мы всегда заботимся о вашем здоровье. Крем Апибюст Аватель в 2020 году стал еще эффективнее. Он обогащен пчелиным ядом и заботится о красоте и здоровье зоны декольте. Оставайтесь прекрасны, молоды и желанны с Тинториум. И еще, не забывайте, на сайте компании вы всегда можете найти полную информацию о наших продуктах. Много интересного и полезного вы найдете и о креме Апибюст Аватель. Дорогие друзья, а сейчас нас ждет презентация потрясающей информации о нашем продукте, участвующим в проекте «Специализированные продукты питания в семейном рационе». И мы передаем слово руководителю программы внедрения апифитопродукции Тинториум в питание и спорт высших достижений, бизнес-директору Тинториум Ирине Аксеновой. Уважаемые участники форума, уважаемые организаторы и ведущие, разрешите вас поприветствовать на этом важном мероприятии компании «Тинториум» и поблагодарить за приглашение выступать и поделиться информацией о результативности научных разработок компании, выполненных в рамках эффективности влияния апифитопродукции на разные аспекты здоровья детей, которые выбрали для себя экстремальный вид деятельности, а также о перспективных возможностях их широкого внедрения в дистрибьюторской работе. Итак, насколько высока сегодня доказана эффективность применения апифитопродукции Тинториум? Полученные результаты говорят сами за себя и широко тиражируются, в том числе на сайте компании, в каталогах компании, в средствах массовой информации, да и на просторах интернета можно найти достаточно много информации, которая расскажет вам о результативности наших научных разработок. Думаю, что многие уже сделали выводы и приняли для себя решение, и гордятся о том, что они работают с такой компанией, которая имеет такую эффективную и доказанную продукцию. Однако в своем выступлении я акцентирую ваше внимание на важности и результативности научных мероприятий для широкой потребительской аудитории, заинтересованной в укреплении здоровья детей. И поэтому мне очень хочется, чтобы, прослушав этот материал, каждый смог примерить эту результативность на себя. В начале своего выступления я должна обозначить, что важным фактором успешной результативности и многогранности большого научного проекта компании является то, что в ходе выполнения мероприятий мы имели уникальную возможность работать на реальной площадке и наблюдать за здоровьем детей в условиях спортивной подготовки и в образовательном процессе. В этой связи я хочу еще раз подчеркнуть, что главная задача научного проекта ХМАО, как мы принято говорить, заключалась не только в содействии продвижению спортивных достижений, но и в получении научных доказательств о том, как и почему фитопродукция Тинториум защищает организм детей от физических и психоэмоциональных перегрузок. Так вот, по результатам выполненного научного проекта, был получен четкий ответ. Продукция компании Тинториум способна не только защищать от психоэмоционального перенапряжения и физических нагрузок, но и также способствует эффективному оздоровлению юных спортсменов. И по итогам мы получили такое заключение на нашу продукцию, что она признана здоровьесберегающей технологией питания. И это крайне важно, потому что если мы наблюдаем состояние здоровья детей, то мы точно все отмечаем и знаем из средств массовой информации, что дети, которые еще не пошли в школу, они уже имеют полный букет заболеваний. У них заболевания отмечаются и нервной системы, и желудочно-кишечного тракта, и эндокринной системы, сердечно-сосудистой системы. И достаточно привести один пример, что из 12,5 миллионов детей, которые
сегодня посещают образовательные учреждения, 75% имеют проблемы со здоровьем. И в данной ситуации мне интересно отметить еще тот факт, что вот на протяжении вот этого всего периода после нашего научного проекта мы отмечаем, что большинство считает, что спортивный проект имеет узкое прикладное значение. Однако своим выступлением я хотела бы развеять ваши сомнения, потому что наши внедренческие мероприятия, говорят, немножко фиксируют другие показатели, потому что в результате проекта были решены важные задачи для дистрибьюции, позволяющие максимально расширить потребительскую аудиторию. И все это стало возможным потому, что в ходе формирования дизайна, научного дизайна нашего проекта, подготовке которого огромная нашего научного руководителя Виталия Николаевича Кима, были еще предложены три основополагающих научно-внедренческих положения для широкого внедрения, перспективного широкого внедрения результативности проекта в детских дошкольных учреждениях и в образовательных учреждениях. Почему это важно и почему это нужно? Первое, потому что современные дети на сегодняшний день, как я уже отмечала, имеют очень большие проблемы со здоровьем. И они в ходе образовательного процесса получают очень высокие и физические нагрузки, и эмоциональные, и интеллектуальные нагрузки. Важно ли это для родителей? Важно. Второе. Почему полученные результаты по улучшению концентрации внимания, памяти и успеваемости детей в целом объективны и действительно дорогого стоят? Потому что в ходе выполнения наших научных исследований вместе с учеными работали и методисты, и воспитатели, и учителя. И результативность имеет это очень большую цену. Нужна она для внедренческих процессов в образовании? Нужна. И третье, потому что полученные факты по снижению уровня ситуативной тревожности, психоэмоционального перенапряжения, повышения самооценки у детей доказаны с участием профессионального психолога, который работал полностью в нашем, участвовал в нашем процессе, и все заключения имеют очень высокую научную оценку. Конечно, все, кто впервые слушают этот материал, они могут задать вопрос, что же за продукт использовался в наших научных разработках. И я могу вам сказать, что участие этого, формирование этого набора, конечно, опять мы должны отдать дань уважения нашему научному руководителю Киму Виталию Николаевичу. Потому что именно он предвидел, какой взять набор серийной продукции, по которой можно получить уникальную медико-биологическую результативность. И как можно с этим набором в перспективе работать дальше? Какое он может иметь дальнейшее внедренческое продолжение? Итак, во-первых, это был семикомпонентный набор серийной продукции. Я, пожалуйста, прошу обратить внимание ваше на слайд номер один, в котором представлены наши уникальные продукты. Это хлебина, это биоэктив. Это медовая композиция, всеми любимая апифитотонус, это апихит, это осиль, это нам, еще раз акцентирую, тоже любимый у всех потребителей продукт, водный раствор прополиса и ЭПИ. Дополнительно в этом наборе использовался крем Тинториум. Поэтому это продукты, которые помогли нам совершить эту победу. Это топовые продукты компании, которые имеют всю документацию. И я как руководитель этого проекта смело могу сказать, что ни одной второй компании такой нет, которая могла бы похвастаться тем, что в научной работе использованы серийные продукты. И в результате этих научных разработок получен патент по их комплексному влиянию. Выполнены работы и подготовлены и выпущены по методическому и учебному пособию. Защищена диссертационной работой нашей уважаемой Хисматуллиной Ирины Петровной. И еще один важный факт, который я сейчас впервые озвучу, это то, что продукция компании Тинториум утверждена как специализированные продукты питания. Я бы даже здесь поаплодировала, если бы это была большая, пригласила поаплодировать, если бы это была большая аудитория, но мы в режиме онлайн с вами находимся. И поэтому
вся работа, которая была выполнена, она была увенчана тем, что мы выполнили вместе разработки по выпуску новых продуктов. Вот вам представлена новая линейка. Обратите внимание, что 7-компонентный набор продуктов вырос и дальше пошел развиваться в наборе F25, в активном комплексе Tintorium Wellness. И, наконец, вершиной стало это апибатончик, золотой слиток. И мы на сегодняшний день можем по праву сказать, что это удивительные продукты компании, созданные на основе того композиционного состава, который есть в 7-компонентном наборе. И он только сегодня представлен в новых формах и в новых упаковках. Мы много работали с Виталием Николаевичем в это время и 7 лет в научной работе, и последние 2,5 года занимаясь внедренческими мероприятиями. Мы работали на результативность и компании, и продукции, утверждение ее на рынке. Поэтому после окончания научного проекта, когда Виталий Николаевич мне предложил включиться в его команду и попробовать вместе внедрить инновационные разработки на дистрибьюторские площадки, я согласилась. И я нисколько не жалею, с удовольствием работаю сегодня с удивительным человеком, с Виталием Николаевичем Кимом. Это, я считаю, что это выдающийся ученый. Это человек, который всегда держит свое слово. Это профессионал в дистрибьюции. И поэтому я пришла в дистрибьюцию со своими мыслями и предложениями. И он помог мне их адаптировать именно в масштабе дистрибьюторской работы. Дальше мы во всех отношениях работали по соответствии со своими целями и задачами. Но у нас получилось, что мы сконцентрировались в последнее время на медико-социальном значении нашего проекта. Да, медико-биологическое значение очень большое, и повторяться нету сегодня смысла, потому что все вы знаете, это материалы размещены и в каталогах компании. Но, однако, медико-социальное значение, оно придало еще большую значимость нашей результативности, потому что было отмечено, что среди спортсменов, которые обучаются в колледже-интернате Олимпийского резерва, снижение дней трудоспособности учебной и спортивной было на 26%. Вы это увидите сейчас на слайдах, которые вам представлены. Отмечено снижение заболеваемости по ОРЗ, ОРВИ на 45%. И что очень важно, общая заболеваемость снижена на 60%. Это очень важные показатели. Мы получили еще один важный факт в своей работе. Это снижение отчислений среди обучающихся в школе-интернате Олимпийского резерва. Потому что для спорта это очень важно. Большие деньги затрачиваются на детей. И этим показателем доказана экономическая целесообразность внедрения фитопродукции в питание, в том числе в спорте. Поэтому полученные медико-биологические показатели, медико-социальные показатели в ходе наблюдения системного применения апифитопродукции, большая работа комплексной научной группы с ведущими научными учреждениями медицинскими, с Федеральным медико-биологическим агентством, с Институтом питания, с Росздравнадзором, они позволили рассматривать компанию «Tintorium» как производителя на рынке специализированных продуктов питания, ведущего производителя. Сделайте, пожалуйста, со мной вместе этот акцент. Обратите внимание государственных структур для обозначения возможностей широкого применения апифитопродукции компании «Tintorium» в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Здравоохранение», именно в части партнерства, именно в части бизнес-партнерства, развития социально ориентированных проектов. Ну и, наверное, один важный для меня и для вас, наверное, это будет информационно важным момент – начать профессиональную работу в рамках дистрибьюторской деятельности. По разработке проекта специализированные продукты питания на основе апифитопродукции компании «Tintorium» в семейном рационе. Этот проект мы сейчас разрабатываем, и он реализуется в пилотном варианте на Астраханской площадке. И я вам скажу, что он имеет достаточно серьезную результативность. Мы довольны, что имеем подтверждение тех результатов, которые мы получили на площадке в Ханты-Мансийске.
Мы получили результативность по повышению успеваемости детей, мы получили результативность по улучшению посещаемости, ну и в целом по укреплению здоровья детей. А в этом есть у нас даже очень большой набор субъективных оценок родителей. Но это дополнительный дистрибьюторский проект, о котором мы вам расскажем позже, для тех, кто является бизнес-партнером компании и кто желает им стать. Поэтому на этом я свое изложение, наверное, уже и закончу. Пожелав вам всем доброго здоровья, успехов в ваших всех действиях и решениях, я поэтому хотела бы акцентировать еще один момент. Имейте в виду, что вы работаете с лучшим продуктом в России, а может быть даже и в мире. Для тех, кто работает с компанией, желаю успешного его продвижения, а для тех, кто только принимает решение его принимать, желаю, чтобы у вас было решение правильным. Всего вам доброго. Дорогие друзья, уважаемые партнеры, давайте поблагодарим Ирину Георгиевну за информацию, которая точно будет полезна для всех. А мы с вами подошли к ключевой теме нашего форума. На этом моменте я бы хотела включить барабанную дробь и представить директора по инновациям, кандидата медицинских наук, эксперта Росстандарта Ирину Хисматуллину. Ирина, мы ждем от тебя презентацию нашего долгожданного нового суперпродукта крема Тинториум Ультра с увеличенным содержанием пчелиного яда. Добрый день, дорогие коллеги! Здравствуйте, дорогие зрители! Благодарю вас, и нам действительно есть чем гордиться. Эпидемиологическая ситуация сегодня, вынужденная удаленная работа все больше за компьютером, век информатизации, новых гаджетов, усвоение и получение информации через интернет – все это усугубило состояние здоровья наших глаз и глаз наших детей. Новый год – новые возможности. Сегодня мы представляем первую новинку года – крем Тинториум Ультра. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается более 2 миллиардов случаев нарушения зрения. Более 1 миллиарда из них являются следствием отсутствия профилактики или лечения. 50% современных школьников к 3 классу имеют проблемы со зрением. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава России. Специалисты центра отмечают, что в сложившейся тенденции ухудшения зрения у детей виноваты гаджеты. 30% детей оканчивают школу в очках. Для сравнения, в прошлом десятилетии близорукость выявили у 25% маленьких пациентов, в этом у 49%. Пандемия усилила нагрузку на весь организм и особенно на органы зрения. Воздействие на них все сильнее и сильнее увеличивается. Как поддержать зрение? Как защитить глаза своих детей и родителей? Заслуженный врач Российской Федерации Наиля Зиафутдиновна Хисматуллина обосновала способ лечения и профилактики различных заболеваний с помощью АПИ-акупунктуры. АПИ-акупунктура. Воздействие и введение пчелиного яда в биологически активные акупунктурные точки. За более чем 30-летнюю практическую деятельность использования апитоксинотерапии пчелу жаления сотни наших пациентов попробовали на себе эту методику и получили положительные результаты. Самые смелые применяли пчелу жаления вокруг глаз для профилактики и сохранения остроты зрения. И увидели потрясающий эффект. Но, к сожалению, не каждый имеет сегодня такую возможность приехать на процедуры по пчелоужалению. Кто-то не может побороть в себе страх от применения ужаления. У кого-то есть повышенная чувствительность на пчелиный яд. И даже эпидемиологическая обстановка не в нашу пользу. Поэтому была всегда мечта создать продукт, который бы могли применять безопасно в домашних условиях все возрастные категории. Сейчас мы с вами узнаем все этапы создания нового продукта – от пасеки до клиента. Как использовать, кому он показан, как работают компоненты этого продукта. И сегодня представляем вам крем Тинториум Ультра с увеличенным содержанием пчелиного яда. Крем направлен на профилактику и решение проблем, связанных со снижением остроты зрения, методом точечного втирания крема в биологически активные точки лица, благодаря чему восстанавливается кровообращение вокруг глаз.
Оставайтесь с нами, и вы увидите мастер-класс по использованию крема Tintorium Ultra. Пчелиный яд – это биологический продукт секреторной деятельности ядовитых желез медоносных пчел и маток. Пчелиный яд не просто так ядом назвали. О нем нам расскажет пчеловод-практик с многолетним опытом работы на промышленных пасеках и бортевых угодьях компании Tintorium Владимир Епишин. Доброго дня, Владимир Николаевич! Здравствуйте! Вы поименно знаете каждую пчелку на пасеке, какой нектар она предпочитает и где она его собирает. Пчелиный яд – самый опасный, и редкий и полезный продукт пчелы. Где он вырабатывается и для чего он нужен пчеле и человеку? У пчелы яд начинает выделяться с 6-дневного возраста, но наиболее активно продуцируется в возрасте 10-20 дней. Он нужен ей для защиты и обороны пчелиной семьи. В среднем в резервуаре ядовитых желез пчел накапливается 0,3 мг апитоксина пчелиного яда. Владимир Николаевич, как часто вас жалят пчелы? И укрепляет ли пчелиный яд здоровье человека? Ведь это все же яд. Конечно, они не могут не жалить при работе на пасеке. За один день работы с пчелами меня жалят от 1 до 20 раз. Несомненно, пчелоужаление полезно для здоровья. «Пусть ужалит вас пчела», – говорили древние люди, желая друг другу здоровья. Парацельс, швейцарский философ и медик, говорил: «Все есть яд и все есть лекарство. Одна доза делает вещество ядом или лекарством». А как получают яд, пчелиный яд? Промышленный способ получения пчелиного яда основан на использовании слабого электрического тока, под действием которого в результате раздражения пчелы выделяют яд на стеклянные листовые сборники. При этом пчелы не погибают. Спасибо, Владимир Николаевич, за краткий, но очень позитивный ликбез о жизни пчел и пчелином яде. Мы с вами услышали, как получают промышленным способом пчелиный яд, при этом сохраняя жизни маленьких крылатых тружениц. И настало время узнать о технологии создания нового продукта и использовании пчелиного яда в креме Tintorium Ultra. Tintorium Ruland – первый в мире завод, перерабатывающий все известные продукты пчеловодства в промышленных масштабах. Современное, высокотехнологичное оборудование завода спроектировано и изготовлено немецкой компанией Ruland Engineering and Consulting специально для Tintorium. Предприятие не наносит вреда экологии и отвечает самым строгим стандартам безопасности HACCP, гарантирующим безопасность продуктов на всех этапах производства. Для создания косметической продукции на заводе внедрена система качества GMP, обеспечивающая строгий контроль качества выпускаемой продукции по международным стандартам. Крем Tintorium Ultra – узкоспециализированный продукт, направленный на решение проблем со зрением за счет воздействия пчелиного яда на биологически активные точки, отвечающие за определенные функции. Использование акупунктурных точек для введения пчелиного яда применяется достаточно эффективно и очень давно. Точка представляет участок кожи величиной в 2-копеечную монету. Отличается от окружающих тканей инфракрасным излучением и представляет коммутатор связи центральной нервной системы и внутренних органов. Воздействовать на точку можно массажем, введением лекарства, активными компонентами. И к нам в студию присоединился главный технолог завода Tintorium Ruland, руководитель отдела инновационных разработок компании Tintorium Марат Псянчин. Добрый день, Марат. Здравствуй, Ирина. Марат, расскажи нам, в чем сложность технологии создания крема Tintorium? Можно ли подобные кремы создавать кустарным способом, ну, проще говоря, дома? Конечно же, нет. Основная сложность технологического процесса заключается в выведении точного соотношения компонентов, порядке условий их внесения. Другими словами, очень важна очередность внесения, температура и агрегатное состояние как компонентов, так и их смесей, время и интенсивность перемешивания. Никакой блендер не справится, нужно специальное промышленное оборудование, смесители-гомогенизаторы, а не домашние миксеры. Но в чем тогда уникальность рецептуры крема Tintorium Ultra? Ключевым отличием крема Tintorium Ultra от крема Tintorium является соотношение компонентов.
Крем Tinctorium Ultra состоит из тех же компонентов, что и классический крем Tinctorium. Это подсолнечное масло, воск пчелиный, экстракт хрена, камфорное масло, экстракт прополиса, пчелиный яд и экстракт цветков липы. Изменено соотношение воска и подсолнечного масла, так как продукт упакован в тубу с носиком для точного массажа. Соответственно, консистенция тоже изменилась. Увеличено содержание пчелиного яда. Но при этом содержание остальных компонентов осталось прежним. Ну тогда законный вопрос. Сколько яда содержит крем Tinctorium Ultra? Пчелиного яда в 10 раз больше, чем в креме Tinctorium. 100 мг яда на 100 грамм продукта. Крем содержит яд 30 пчел и имеет свойства, схожие с процедурой пчелоужаления. Одна упаковка крема содержит 10 мг яда. Для сравнения, в аптечных препаратах содержание пчелиного яда не более 3 мг. Марат, мне вот начали уже задавать вопросы из чата и задают вполне прогнозируемые вопросы. Насколько безопасен крем с увеличенным содержанием пчелиного яда для человека? Крем Tinctorium Ultra прошел испытания по всем показателям безопасности. Если нет противопоказаний и аллергии на компоненты продукта, он может быть использован по назначению, согласно рекомендациям компании-производителя. Содержит ли он или не содержит консерванты, ну, в частности парабены? Нет, консервантов в креме нет. Условия хранения и транспортировки. Я так понимаю, что людей беспокоит вопрос зимнего времени суток. А если крем перемерзнет, он сохранит свои свойства или нет? Ну, температура хранения крема от 0 до 25 градусов Цельсия. Кратковременно заморажен допустимо, но при этом размораживание должно осуществляться естественным путем, без водяных бань. Спасибо тебе огромное и всей команде сотрудников компании и завода за создание уникального и безопасного продукта. И настало время поговорить об его эффективности. В ходе сегодняшнего эфира вы можете задавать вопросы в чате. Мы ответим на самые часто задаваемые интересные вопросы. Узнать об особенностях применения крема с пчелиным ядом на биологически активной точке нам поможет врач-апитерапевт с 20-летним стажем, ученик и последователь заслуженного врача Российской Федерации Наилизы Афудиновны Хисматуллиной, Алексей Мажов из Санкт-Петербурга. Алексей, мы готовы к видеосвязи с вами. Доброго времени суток! Привет всем! Практикуя, пациенты неоднократно обращались к тебе с проблемами зрения, и я сама была свидетельницей использования апитоксинотерапии вокруг области глаз. Как влияет пчелиный яд при пчелоужалении на зрение и на возрастные изменения со стороны глаз? Действительно, компоненты пчелиного яда оказывают многофакторное воздействие на орган зрения. Дело в том, что когда очень часто ко мне пациенты обращаются разного возраста, когда мы целый день проводим за компьютером, у нас постоянно идет фиксация нашего зрения на близко расположенных предметах. Это не очень хорошо. Это приводит к перенапряжению так называемой цилиарной мышцы глаза, мышцы, которая фокусирует наш хрусталик на близко расположенных предметах. И, соответственно, как бы после рабочего дня человек начинает ощущать тяжесть в глазах, даже боли в глазах, головные боли могут быть. И с этой проблемой, помимо того, что снижается зрение, люди обращаются. И мы проводили апитерапию при этих проблемах. Дело в том, что в пчелином яде, в компонентах пчелиного яда содержатся вещества, которые и расслабляют мышцы, и улучшают кровоснабжение путем расширения сосудов. И все эти два фактора, как минимум, они способствуют тому, что улучшается и зрение, расслабляются мышцы, исчезают головные боли, и человек начинает себя лучше, значительно себя чувствовать. Алексей, как востребована была эта процедура и как давно ты ее используешь? Да, когда пациенты обращаются, как минимум каждый пятый пациент так или иначе предъявляет даже не жалобы, а говорит, а хотелось бы улучшить зрение. И мы проводили эти процедуры, то есть проводим процедуры апитерапии при этих проблемах и получаем хорошие результаты. А как быстро виден результат от применения пчелиного яда? Мне запомнился один
случай. Была пациентка, которая обратилась со многими жалобами, и была жалоба в том числе на снижение зрения, причем значительное снижение зрения. Когда она пришла на первый прием, она говорит: я вижу только ваш силуэт, и вижу темно или светло. Ну, несмотря на такой плохой, зрение, мы проводили с ней ужаление в течение 10 сеансов. И знаете, как было приятно слышать, когда на 8-й сеанс она пришла и говорит: знаете, доктор, я сегодня впервые увидела номер кабинета, перед которым я сидела, и увидела ваше лицо. Вот это прямо вот лучше всяких похвал. Вот буквально действительно 8 сеансов бывает иногда достаточно, чтобы улучшить, значительно улучшить зрение у человека. Может ли крем с пчелиным ядом быть альтернативой психологически болезненной апитоксинотерапии для клиентов? Ну, например, для подростков, ослабленных людей, да просто для тех, кто боится? Да, конечно. Дело в том, что ведь нам важны компоненты, которые содержатся в пчелином яде. И нанося крем, который содержит пчелиный яд, на параорбитальной области вокруг глаз, мы получим проникновение этих компонентов в те ткани, которые нам требуются, на которые нам требуется воздействие. И я думаю, что мы получим те же самые эффекты, которые мы будем наблюдать при пчелоужалении. Спасибо, Алексей, за подробное научное описание влияния пчелиного яда с точки зрения проблемы профилактики зрения, спасибо, альтернативного применения яда. А нам осталось узнать, как и где проводились тестирования крема Tinctorium Ultra, ознакомиться с его результатами. Смотрим видеосюжет из офтальмологической клиники. Летом 2020 года в медицинский центр мирового зрения обратилась компания Tinctorium с предложением провести полное офтальмологическое обследование группы людей, которые согласились на тестирование нового крема Tinctorium Ultra. Офтальмологическое обследование проводилось полное, о котором вам более подробно расскажет врач-офтальмолог Кисаева Илона Михайловна. Обследование проводилось дважды, двух возрастных групп, до начала применения крема и после применения крема. В возрасте взрослые от 18 до 60 лет, дети до 14 лет. Стандартное исследование включало в себя несколько этапов, обязательных для прохождения первичного исследования. Это субъективные и объективные методы исследования. Ну, к субъективным методам исследования относилась визометрия, то есть определение остроты зрения, к объективным методам исследования авторефлектометрия, то есть эти методы относятся к измерению зрения. Следующим этапом проводилась проба Ширмера, необходимая для определения слезопродукции глаз. А дальше проводилось измерение внутриглазного давления. Измерение внутриглазного давления проводилось бесконтактным способом всем пациентам после 40 лет. Следующим обследованием был осмотр переднего отрезка глаза на щелевой лампе. Это обследование обязательно для определения, нет ли патологии со стороны конъюнктивы, то есть таких заболеваний, как конъюнктивит, роговицы, кератит или патологии век, блефарит. И также патологии хрусталика, катаракта. Дальше в условиях обязательного мидриаза проводился осмотр глазного дна. Он проводился для исключения патологии сетчатки глаза и патологии зрительного нерва. Мидриаз проводился следующим образом. Закапывались капли, расширяющие зрачок. Взрослым 0,5% тропикамид. А детям цикламед 1% двукратно с интервалом где-то в 15-10 минут. Вот и в результате подводился итог, назначалось лечение, ставился диагноз, и пациентов приглашало на контроль повторный через месяц. О результатах исследования вам расскажут эксперты компании. Мы рекомендуем использовать дифференцированную методику применения акупунктурных точек для введения пчелиного яда методом точечного массажа и втирания крема с пчелиным ядом. В чем отличие обычного втирания крема в кожу от использования точечного массажа в специальные точки?
Крем с пчелиным ядом полезно и лучше втирать в акупунктурные точки, так как усиливается локальная, то есть местная концентрация активных компонентов крема в коже и более быстро и эффективно далее передается к органам и центральной нервной системе. Пчелиный яд при воздействии на биологически активные точки улучшает тонус сосудов, микроциркуляцию крови в этой области. Механика крема дает двойной эффект. От активных ингредиентов крема – это пчелиный яд, экстракт хрена, экстракт прополиса и точечного массажа на биологически активные точки. Посредством массажа увеличивается приток крови к массируемому участку, расслабляется мускулатура, что вкупе с действиями пчелиного яда дает ощутимый эффект. На основании проведенных испытаний в офтальмологической клинике в 2020 году спустя месяц использования крема Tintorium Ultra 92% респондентов отметили уменьшение усталости и напряжения глаз и, как следствие, снижение головных болей. 67% отметили улучшение контрастности и четкости зрительного восприятия благодаря устранению синдрома сухого глаза и улучшению работы слезного канала. Как мы и обещали ранее, сейчас вы увидите, как правильно применять крем Tintorium Ultra по биологически активным точкам. Смотрим видеоинструкции. Добрый день! Сегодня я расскажу вам, как правильно использовать крем Tintorium Ultra для сохранения зрения с увеличенным содержанием пчелиного яда. В помощь нам вместе с кремом Tintorium Ultra идет вот такая открытка, в которой наглядно показаны все биологически активные точки. Итак, наносим небольшое количество крема на биологически активные точки и массируем каждую точку по 1 минуте 2 раза в день. Это можно делать кончиком тубы или пальца. Немного о технике. Выдавите небольшое количество крема и выберите нужные точки. Нанесите крем на выбранные точки и, слегка надавливая, совершайте вращательные движения. Первая точка поможет снять усталость глаз и головную боль. Она находится примерно в 3 мм от уголка глаза, ближе к переносице. Многие из нас сталкиваются с нечетким зрением. Виной всему гаджеты, которыми мы пользуемся каждый день. Особенно этим страдают дети. Они целыми днями сидят за компьютерными играми, и от этого страдает зрение. Вы можете делать массаж своему ребенку сами или обучить его этой технике. Важно, чтобы крем не попал в глаза. Пусть ребенок делает массаж под наблюдением взрослых. Раздражение, жжение в глазах и слезоточивость часто появляются после долгой работы за монитором или длительных поездок за рулем автомобиля. Такое происходит и с моим мужем. Поэтому я показала ему две важные точки, массаж которых поможет справиться с неприятными симптомами. Массаж биологически активных точек с Tintorium Ultra под внешними и внутренними уголками глаз предотвращает мигрень. Хорошее зрение во многом зависит от тонуса мышц. Укрепить их поможет массаж точек под нижним веком. Не спеша совершайте круговые движения. Мы завершили массаж, и я чувствую, что мои глаза отдохнули, и изображение предмета стало более четким. Кстати, крем Tintorium Ultra помогает устранить мелкие морщинки и делает кожу более подтянутой. Следите, чтобы крем не попал в глаза. Если это произошло, обязательно промойте глаза проточной водой. Помните, чтобы закрепить положительный эффект, необходимо делать массаж Tintorium Ultra дважды в день по 1 минуте в течение месяца. Курс надо проводить 3 раза в год – весной, осенью и зимой. Для комплексной поддержки здоровья глаз сочетайте крем Tintorium Ultra с другими продуктами – дрожжей черникой и биологически активной добавкой черника Pollen. Взгляните на мир по-новому вместе с кремом Tintorium Ultra. Точечный массаж с кремом Tintorium Ultra при регулярном применении от 1 месяца снимает усталость и напряжение с глаз.
предотвращает возрастные изменения зрения, разглаживает мелкие морщинки и улучшает состояние кожи, способствует повышению остроты зрения. А мне передают вопросы из чата. Нужно ли смывать крем или не нужно? Нет, крем не нужно смывать, нужно массировать до полного впитывания. И если вдруг случайно крем попал в глаза, то традиционно промываете проточной водой. Периодичность применения этого продукта 3-4 раза в год, ну стандартно это осень, зима, весна, курсом от 1 месяца. Можно или нет применять детям? Детям и подросткам применение крема Tinctorium Ultra строго под наблюдением взрослых и при проведении теста на повышенную чувствительность, естественно, отсутствие аллергической реакции. Возрастные ограничения – это при отсутствии реакции на компоненты крема с 7 лет. На сколько рассчитана одна упаковка крема? Одна упаковка рассчитана на курсовой прием. Это 400 доз пчелоужаления. 400 биологически активных точек, которые вы можете проработать. 400 раз использования. Как можно быстро получить результат от применения и в чем он выражается? Если говорить о первых косметических результатах, то их можно уже получить спустя 1 месяц после применения крема. По зрению это очень индивидуально. Как вы видели и слышали, наши добровольцы спустя 4 недели получили вышеозвученные результаты. Ну, еще раз вопрос про аллергическую реакцию. Может ли быть аллергическая реакция на крем? По статистике, 1% людей имеет повышенную чувствительность к пчелиному яду в виде проявления идиосинкразии. Конечно, может быть возможна аллергическая реакция. Поэтому перед началом использования курсового применения крема убедитесь в отсутствии аллергической реакции. Для этого проведите тест на коже предплечья. То есть небольшое количество крема нанесите на внутреннюю поверхность предплечья в области сгиба. Через 10 минут оцените реакцию. Если нет покраснения, отека, зуда или жжения, можете применять крем по назначению. Если появились вышеописанные симптомы, немедленно удалите остатки крема с поверхности кожи, выпейте антигистаминное средство и обратитесь за помощью к врачу. Ну вот это основные вопросы, которые мы сейчас услышали и увидели. И, наверное, самым приятным всегда остается послевкусие или как приятное дополнение. Крем можно использовать как косметику антиэйдж. Пчелиный яд обладает широким спектром биологической активности. Его используют как в апитерапии, так и в качестве косметического ингредиента с антивозрастными свойствами. Для усиления работы крема Tinctorium в профилактике заболеваний глаз и сохранении зрения рекомендуем использовать комплексное применение эпифитопродуктов Tinctorium, улучшающих мозговую деятельность и кровообращение. Это медовые композиции с маточным молочком, прополисом и цветочной пыльцой. Апиток, Апитонус, Апифитотонус, АКТВ на выбор. Дрожже Tinctorium Plus и черника. Биологически активная добавка к пище черника полин, а также использование бальзамов Апихит и Эпиви. Друзья, от себя хочу пожелать вам крепкого здоровья, видеть мир только в ярких красках. А мы и дальше будем помогать вам в этом нашими продуктами и новинками. Спасибо, Ирина. Вы с экспертами дали настолько подробную информацию о новом уникальном креме Tinctorium Ultra, и я уверена, что каждому сегодня захотелось стать его обладателем. Светлан, а я могу сказать, что эта возможность появится у наших зрителей сразу после форума. В интернет-магазине Tinctorium и на сервисных центрах стартует продажа крема Tinctorium Ultra. И более того, мы подготовили специальную акцию к нашему новому продукту. Марат, а я знаю, что некоторые счастливчики станут обладателями новинки уже на розыгрыше, который состоится совсем скоро в нашем прямом эфире. Но о нем... О розыгрыше немножко позже. У нас есть еще одно замечательное обновление, о котором вам расскажет руководитель Академии Tinctorium Тамара Нечаева. Коллеги, приветствую вас!
А я знаю, что все те, кто 30 и 31 января купит в интернет-магазине крем Tentorium Ultra, получат возможность приобрести дрожже ягодная черника для поддержания зрения со скидкой 30%. И получат в подарок вот этот обновленный красочный каталог продукции Tentorium, о котором я готова рассказать подробнее. Компания Tentorium предлагает широкую линейку полезных апифитопродуктов. Все продукты представлены в интернет-магазине, а также в обновленном современном каталоге Tentorium с ярким дизайном. Там вы найдете всю необходимую информацию о каждом продукте компании. Иллюстрации гармонично сочетаются с текстом, раскрывающим всю пользу продукции. Здесь вы найдете состав представленных продуктов и область их применения. Найти интересующий вас продукт стало гораздо проще. Пусть новый каталог станет для вас отличным помощником для знакомства с продуктами компании. А сейчас новость, которую с особым интересом и радостью примут наши постоянные покупатели и партнеры. Каталог продукции теперь представлен и в электронном варианте на сайте компании. Поставьте плюсики в чат те, кто ждал именно электронную версию каталога. Его удобно просматривать с любого устройства, компьютера, смартфона, планшета. И что немаловажно, не нужно устанавливать дополнительных приложений. В электронном каталоге вы сможете быстро найти нужную информацию. У каждого продукта в электронном каталоге есть активная ссылка. Сейчас на экране вы можете видеть, как выглядит эта ссылка. Нажав на продукт, который вас заинтересовал, вы сразу переходите в интернет-магазин и можете сделать заказ. Вы видите, все максимально удобно. Теперь электронный каталог всегда с вами. Да, Тамара, я сейчас зашел на сайт, и это действительно очень удобно пользоваться электронным каталогом. А с Тамарой мы не прощаемся, сейчас она перейдет в студию, где состоится долгожданный розыгрыш. Друзья, выбирайте удобный для вас вариант каталога и заказывайте любимую продукцию по самым привлекательным партнерским ценам. Пользуйтесь обновленным каталогом в бумажном и электронном форматах. Принимайте участие в наших акциях и мероприятиях. Участвуйте в самых интересных программах Tentorium и получайте за это бонусы и скидки. Ну и, конечно, именно сегодня, сразу после нашего мероприятия, вы сможете приобрести новый уникальный суперкрем Tentorium Ultra. И все, кто на протяжении онлайн-форума остается с нами, получат возможность выиграть эту новинку в нашем прямом эфире. Итак, наступает волнительный момент для всех участников нашего мероприятия. Именно сейчас все те, кто зарегистрировался на участие в розыгрыше, получат возможность в прямом эфире выиграть продукты от компании Tentorium. Друзья, вы готовы? Тогда передаем слово нашей студии розыгрыша. Марат, Светлана, я уже здесь. И со мной в студии гости пермские партнеры компании. Они будут помогать нам в проведении розыгрыша. Давайте поаплодируем друг другу. Дорогие друзья, каждому из вас после регистрации на данное мероприятие на электронную почту пришло письмо с номером купона. В наш барабан для розыгрыша уже загружено почти 4000 купонов. Представляете, как много людей зарегистрировалось на наше мероприятие. И это все купоны с вашими контактами. Предлагаю прямо сейчас приступить к розыгрышу и желаю всем удачи. Первые 5 подарков – это любимая тысячами наших клиентов дрожже Tentorium Plus. Для поддержания оптимальной физической формы, борьбы с простудными заболеваниями и профилактики инфекций. Дрожже помогает укрепить естественную защиту организма. Полезно как детям, так и взрослым для восполнения энергетических запасов и повышения стрессоустойчивости. Итак, первых 5 счастливчиков нам поможет определить лидер группы из города Перми, Подлевских, Сергей. Сергей, выходите сейчас прямо сюда. И в ваших руках победа первых 5 обладателей приза в виде дрожже Tentorium Plus. Крутите барабан.
И доставайте первый купон. А я зачитаю фамилию и имя первого счастливого обладателя подарка. Так, минуточку, сейчас разберемся, как его нужно расклеить. Ага. Фамилия, видишь, как? Так, ну ладно, обладатель купона под номером 2612. Не вижу, не вижу фамилию, потому что склеено было. Ольга Андреевна, это гость из города Брянска. Последняя цифра номера телефона 3120. Давайте поаплодируем первому обладателю приза. Итак, а мы крутим барабан и продолжаем дальше доставать следующий купон. И второй купон уходит обладателю купона под номером 3025. Туранская Наталья Викторовна. Она из Новороссийска, клиент. Последняя цифра номера телефона 9752. Еще можно проверять по номеру телефона. А мы, конечно же, дарим аплодисменты. Продолжаем крутить барабан. И достаем третьего победителя. Подальше. Давайте. Причем листочки разных цветов, мы не знаем, кто там, это для всех является сюрпризом. Итак, третий подарок уходит обладателю купона под номером 2132, Супонькина Татьяна Петровна из города Углич. Последняя цифра номера телефона 3905. Поздравляем! Не забываем еще раз крутить дальше барабан. У нас еще осталось... Получается, два приза. Те, кто получит дрожже Тенториум Плюс. Один листочек достаем. Итак, значит, четвертым обладателем подарка становится купон под номером 1799. Попкова Алевтина Николаевна из города Саратова. Последняя цифра телефона 3380. Поздравляем! И четвертый подарок у нас получает обладатель купона. Так, смотрим, открываем. Сейчас, минуточку. Так, все склеено, чтобы заранее мы не могли видеть, да, кто станет победителем. А номер 268. Егорова Нина Вениаминовна из города Саратова. Поздравляем вас! Ну что, рады за всех победителей, да? Наши аплодисменты, конечно же, для всех. Сергей, я благодарю вас за помощь. Вы можете пройти в зрительный зал. Мы поздравляем первую пятерку победителей. Сразу после окончания форума с вами свяжутся наши специалисты компании для уточнения деталей доставки. А мы хотим, чтобы вы получили свои подарки как можно скорее и смогли порадоваться своему выигрышу, держа его в руках. А мы продолжаем и переходим к подаркам для второй пятерки победителей. Это комплексная антистрессовая тонизирующая программа, в которую входят следующие продукты. Тенториум Плюс для восполнения жизненных сил, бальзам APV для укрепления иммунитета и крем Тенториум для снятия нервного напряжения. Эта программа обеспечит вам комплексную защиту от стресса. И нашу программу выиграют те, чьи купоны сейчас достанет Петрова Яна, менеджер из города Перми. Яна, пожалуйста, подходите к нашему барабану и крутите его. Доставайте первый купон. Итак, обладателем приза первого антистрессовой программы становится купон под номером 737 Кулышева Галина Павловна из города Кирова. Поздравляем Галину Павловну. Яна, снова крутите барабан. Каждый раз у нас такая случайная выборка купона идет. И второй подарок у нас уходит. Посмотрим, да, кому. И это обладатель купона под номером 301, Матвеевская Татьяна Михайловна, из города Копейск, Челябинской области, мастер-консультант. Поздравляем Татьяну Михайловну. Крутим барабан. И следующий подарок у нас получает обладатель купона. Так, сейчас мы его откроем. Под номером 2282 Атабеева Асият Хачимовна из города Нальчика. Поздравляем Асият Хачимовну.
что-то, да? Улыбаетесь, нет? Я думаю, многие сейчас услышат знакомые имена, потому что дистрибьюторы, клиенты друг друга, конечно же, знают. Итак, четвертый подарок, да, четвертый. Уходит обладателю купона под номером 1443 Ляминой Галине Ивановне из города Братска. Поздравляем Галину Ивановну. Итак, крутим барабан в пятый раз уже, да, для тех, кто получает антистрессовую программу здоровья. И это обладатель купона. Сейчас посмотрим, кто же это. Так, под номером 504 Суюнова Лилия Владимировна из Губкинский поселок или город. Поздравляем Лилию Владимировну. И, конечно же, для всех звучат наши аплодисменты. Друзья, я думаю, что нашим победителям теперь не страшен ни один стресс. Они от него будут надежно защищены. А я благодарю за помощь Яну. Яна, спасибо вам. Предлагаю пройти в зрительский зал. Друзья, не забывайте ставить плюсики в чате, восклицательные знаки, пишите комментарии. Пишите, если вы узнали себя или своих знакомых в качестве победителей. Поздравляйте наших победителей в чате. Итак, следующие 5 победителей получат в подарок уникальный продукт «Драже Формула РА, золотая серия». Оно укрепляет сердечно-сосудистую систему, применяется в профилактике бронхолегочных заболеваний, восстанавливает функции органов и тканей. «Драже Формула РА, золотая серия» не содержит сахара, что делает продукт настоящей находкой для людей с сахарным диабетом и людей, стремящихся к оптимальному весу. Определить победителей и обладателей столь ценного продукта нам поможет Лунегова Ольга, клиент компании из города Перми. Ольга, подходите ближе, встречаем вас тоже с аплодисментами. Купите барабан и доставайте первый купон. Итак, обладателем первого приза «Драже Формула РА» становится купон 1472. Лапшанская Елена Евгеньевна из Санкт-Петербурга, клиент. Пожалуйста, поздравляем Елену Евгеньевну. Для вас наши аплодисменты. Продолжаем крутить барабан и достаем в туп второй купон. И следующий победитель у нас. Смотрим, кто же это. А это обладатель купона под номером 708 Утробина Людмила Анатольевна из поселка Игра, корпоративный клиент компании. Поздравляем! Третий подарок в виде драже Формула РА, золотая серия, уходит у нас. Кому же? Смотрим. И это обладатель купона под номером 2161. Дюдяева Наталья Ивановна из города Санкт-Петербурга, клиент. Поздравляем Наталью Ивановну. Четвертый подарок, драже Формула РА, золотая серия, достается обладателю купона. Напряжение, кто же это будет? Давайте смотрим. Так. Все склеено, не так сразу туда попадешь. Так, чтобы не порвать. Итак, это обладатель купона под номером 1334 Ледагина Галина Валерьевна из города Брянска, клиент компании «Тенториум». Поздравляем! И пятый победитель под номером... Кто же им станет? Давайте будем смотреть. Так, и это обладатель купона под номером 2388, Сивков Евгений Петрович, село Карагай. Это, по-моему, Пермский край, да, насколько я понимаю. Причем это не просто клиент, это менеджер. Да. Итак, 5 победителей у нас уже есть. Поздравляем вас, аплодисменты всем победителям. Ольга, я благодарю вас за помощь и проходите, пожалуйста, в зрительный зал. А мы продолжаем. Вы хотите быть активными, энергичными, полными сил? Тогда вам идеально подойдет продукт, который мы сейчас разыграем. А это драже Тенториум Би Актив с маточным молочком и кедровыми орехами.
приятным бонусом станет суперкрем «Экстрим». Ой, извиняюсь. Первая помощь при ушибах и растяжениях, который ускоряет заживление ран. Многие из наших клиентов по-настоящему любят и ценят этот продукт. Поставьте плюсики в чате, кто согласен со мной. Итак, кто же эти 5 счастливчиков, которые получат в подарок данный набор? Определить это нам поможет Новоселецкая Ольга. Это лидер группы из города Перми. Предлагаю встретить Ольгу аплодисментами. Ольга, крутите барабан. В ваших руках судьба 5 счастливых обладателей призов. Доставайте. Кто же будет первым обладателем приза? Поглубже, да? Тот, кто еще пока не имел шанс. Посмотрим. Итак, это обладатель купона под номером 642. Краснова Любовь. Лидер группы из города Санкт-Петербурга. Поздравляем, Любовь! Итак, следующий приз, а это драже Тенториум Биоактив с маточным молочком и кедровыми орехами и крем Экстрим, получает обладатель купона. Это уже второй подарок у нас пойдет. Так. Папе тут у нас. Так, 2488, Мехова Людмила Александровна, Ишимбай, поселок. Поздравляем Людмилу Александровну. Итак, третий победитель. И им становится обладатель купона под номером 1656. Огай Элла Алексеевна, город Уральск, клиент. Поздравляем вам, наши аплодисменты. Четвертый подарок тоже получает у нас. Как много сегодня у нас, да, участников? Итак, это обладатель купона под номером 1135. Ерофеев Денис Александрович из города Киева даже у нас есть. Кость с Украины. Так, пятый подарок в виде драже Тенториум Биоактив с маточным молочком и кедровыми орехами и суперкрем Экстрим. Кому же он достанется? Давайте посмотрим. Итак, таким счастливчиком становится обладатель купона под номером 1514 Погоренко Ольга Александровна из Майского, клиент. Поздравляем Ольгу Александровну. Я благодарю за помощь Ольгу. Ольга, проходите, пожалуйста, в зал. Дорогие друзья, не забывайте писать в чат поздравления победителям. Наш розыгрыш продолжается, и напряжение возрастает, ведь впереди суперпризы. И кто же они, это 3 счастливых обладателя суперпризов? Прямо сейчас, в прямом эфире, мы будем звонить победителям. Пожалуйста, держите ваши телефоны рядом и будьте готовы ответить на наш звонок. А мы с удовольствием вручим вам подарки. Итак, первый суперприз. Сейчас его вынесут сюда. И это набор API-батончиков «Золотой слиток». 30 штук в упаковке на целый месяц самых полезных батончиков, в которых содержатся все известные дары улья. При ежедневном применении он обеспечит защиту от стресса, снижение риска инфаркта и инсульта, повышение концентрации внимания при вождении, работе с документами и большим объемом информации. API-батончик – это быстрая подзарядка и дополнительная энергия. На лекциях, за рулем, перед публичными выступлениями – это поддержка здоровья во время сезонных периодов ослабления иммунитета. И, конечно, нашему победителю мы подарим супер новинку – крем Tentorium Ultra, о полезных свойствах которой мы узнали сегодня так много. И этот супер подарок достанется тому человеку, чей купон сейчас вытянет президент-директор Tentorium из города Перми. Это Новоселецкая Людмила Георгиевна. Давайте ее поприветствуем. Подходите, пожалуйста, Людмила Георгиевна. Как у вас настроение? Ну, со вчерашнего вечера просто прекрасное настроение в ожидании такого мероприятия. Ну что, вы готовы достать первого? Я готова. У меня рука очень счастливая. Хорошо. Я сейчас достану. Пожалуйста, тогда крутим барабан. Да. Давайте, да. Крутите барабан и вытягивайте купон. Один. Thank you.
Давайте, кто же это будет? Каждый сидит, ждет, что это буду я. Итак, первый счастливчик, который получит суперприз, будет под номером 1626 Варикалова Елена Егоровна из города Санкт-Петербурга. Знаете ее? Нет. И прямо сейчас в прямом эфире, стойте пока, да, мы будем звонить обладателю этого купона. Сейчас уже наши помощники набирают ее номер. Ждем ответа. Главное, чтобы еще человек ответил. Алло, Елена Егоровна, это вы? Да, я. Вам звонят из студии прямого эфира компании Tentorium, а мы проводим розыгрыш онлайн. Вы с нами сейчас? Слушаю. Ой, замечательно. Ну что ж, мы поздравляем вас с победой. Вы стали обладателем... Я ничего не выиграла, это ошибка какая-то. Как ошибка? Почему? Мой номер еще не выпадал, я вот сижу, смотрю. Вот он сейчас выпал. Ваш номер 1626? Да, 1626. Все, я его держу в руках. Вот, и поздравляю, что вы в подарок получаете целый набор апи-батончиков «Золотой слиток» на целый месяц, а также наш новый крем Tentorium Ultra с увеличенным содержанием пчелиного яда. Спасибо, да, спасибо. Если вы прямо сейчас хотите передать кому-то привет, у вас есть такая возможность. Вы в прямом эфире, можете передать. Я хочу передать привет своей дочке, Ксении Владимировне Молчановой. Замечательно. Так. Спасибо большое за подарок, я очень рада. Ну что ж, мы еще раз от всей души вас поздравляем. И сразу после форума с вами свяжется наш специалист для уточнения вопросов доставки подарка. Всего вам доброго, до свидания. А я благодарю за помощь Людмилу Георгиевну. Пожалуйста, проходите в зал на свое место. А мы переходим к розыгрышу следующего суперприза. Друзья, второй суперприз – это суперновинка крем Tentorium Ultra и комплекс wellness-продуктов для активации внутренних ресурсов человека, физических и умственных возможностей. Wellness-программа F25, которая включает в себя все компоненты для обретения внутренней гармонии, активирует умственные и физические способности человека. Что же туда входит? Медовая композиция Tentorium Energy придаст дополнительную энергию. Драже Tentorium Basis активирует основу жизнедеятельности. Бальзам Tentorium Adaptive поможет адаптироваться при интенсивных физических нагрузках и умственных нагрузках, повысив вашу психологическую устойчивость. Глубокое расслабление, снятие усталости вам подарит массаж с кремом Tentorium Relax. Все продукты программы дополняют и усиливают действия друг друга, демонстрируя блестящие результаты. И все это получит участник форума, купон которого сейчас достанет бизнес-директор из города Перми Благиных Светлана. Светлана, пожалуйста, встречаем вас аплодисментами. Ну что, крутим барабан и достаем еще одного победителя нашего суперприза. Итак, нашим победителем суперприза становится купон под номером 148. Семенова Роза Павловна из города Санкт-Петербург, Ломоносов, менеджер. Поздравляем Розу Павловну. И номер телефончика я передаю для набора. Стоим пока, ждем. Сейчас будем с Розой Павловной разговаривать. Итак, значит, ждем набор. Как у вас настроение, Светлана? Отлично. Понравился сегодняшний форум? Очень понравилось. Много подарков, много новенького. Очень хорошо. Замечательно. Алло, это Роза Павловна? Да, я слушаю. Замечательно, Роза Павловна, мы очень рады за вас и поздравляем. Вы становитесь обладателем суперприза. Это набор
Wellness-программы F25 и новинка крем Tentorium Ultra. Вы рады? Ой, спасибо большое, я очень рада. Спасибо вам большое, я вас всех люблю. Ой, вам тоже спасибо. Передаем привет от всей нашей студии. Давайте подарим аплодисменты. А также вас сейчас слышат все, более там тысячи участников форума. Что-то хотели бы им передать? У вас есть возможность сказать это я в прямом эфире. Я приветствую от имени города Ломоносова, Санкт-Петербург. Всем спонсорам говорю спасибо. Компании Tentorium тоже говорю спасибо. Процветания вам, успехов вам. Я всю продукцию люблю. Спасибо, Роза Павловна. Мы тоже очень рады, что вы стали победителем. Принимайте в дальнейшем участие во всех мероприятиях компании. Желаем вам только побед. Напоминаю, что сразу после форума с вами свяжется специалист компании для уточнения вопросов доставки подарка. Желаем вам всего доброго. До свидания. А я благодарю Светлану и предлагаю тоже занять место в нашей студии. А мы переходим к розыгрышу главного суперприза. И это целый набор продуктов «Изменись за 28 дней». И новинка, конечно же, 2021 года – крем Tentorium Ultra. Набор «Изменись за 28 дней» просто необходим, если вы хотите нормализовать вес или в целом оздоровить организм. С набором «Изменись за 28 дней» весь процесс оздоровления пройдет быстро, комфортно и безопасно. Ваше состояние улучшится, вы обретете новую форму, сможете войти в обычную жизнь обновленными, молодыми, красивыми и здоровыми. А все потому, что набор подобран с учетом всех физиологических потребностей организма. Подробнее об этом и других продуктах компании вы всегда можете познакомиться на сайте нашей компании. Друзья, а сейчас я приглашаю сюда бизнес-директора из города Перми Людмилу Дееву для того, чтобы она выбрала купон с номером обладателя главного суперприза. Доставайте, Людмила, крутим барабан. И достаем, кто же этот счастливчик, который получит главный суперприз. Итак. Все, наверное, уже так в напряжении, да, каждый хочет получить его. Смотрим, кто же это. И это обладатель купона под номером 2609, Малькова Ирина Юрьевна, Нижний Новгород, клиент компании Tentorium. Поздравляем Ирину Юрьевну. И прямо сейчас в прямом эфире мы набираем номер телефона. И напоминаю, что она получает новинку 2021 года крем Tentorium Ultra с увеличенным содержанием пчелиного яда и прекрасный набор «Изменись за 28 дней». Людмила, как настроение, пока набирают? Мне, знаете, колотится сердце, такое предвкушение, как будто я выиграла. Ну, рада я очень рада за победителей, правда? Очень же? Рада за всех. И обратите внимание, что очень много клиентов, да, которые сегодня присутствуют на форуме. То есть, действительно, это очень они здорово. Они слышали всю сегодняшнюю информацию. Хорошо, ждем звонка. Ждем. Напоминаю, что победитель должен обязательно ответить в прямом эфире, иначе подарок уйдет другому. Поэтому еще ждем, что-то у нас с набором, да, не совсем получается. Ждем еще звонка. Малькова Ирина Юрьевна, если вы сейчас смотрите, ждите, вам поступит звонок. Не идет? Так, ну, видимо, неправильно указан был номер телефона. К сожалению, звонок не проходит. В этом случае мы выбираем другого победителя. Что ж такое тоже может быть? Давайте тогда еще есть шанс у одного человека получить подарок. Итак, кто же этот счастливый обладатель этого купона? Смотрим. Итак, купон под номером 990, Баранова Диана Юрьевна из города Кирова. Ну что ж, тогда пробуем ей набрать. Держите номер телефона и ждем ответа. Вы ведь сегодня не одна здесь, да, Людмила? Нет, не одна. Кто с вами? Со мной мой любимый муж, моя половинка, он всегда со мной рядом. Замечательно, я обратила, что среди гостей студии сегодня присутствует семейная пара, и мама с дочкой, да, у нас выходили уже даже. И партнер. И партнеры. То есть вообще бизнес компании Tentorium — это семейный бизнес, партнерский бизнес, поэтому его развивать можно в любой стране, в любом городе.
любыми своими знакомыми и незнакомыми людьми. Алло. Алло, здравствуйте. Это Алло. Диана Юрьевна? Здравствуйте. Диана Юрьевна, вы смотрите сейчас прямой эфир компании «Тенториум»? Да, я смотрю. Вот, ну что ж, тогда поздравляю, вы стали обладателем главного суперприза розыгрыша от компании «Тенториум». Это набор «Измени за 28 дней» и новинка крем «Тенториум Ультра». Вы рады? Я очень рада, спасибо большое. Скажите, а была надежда на победу? Что еще раз? А, у вас мама спонсор, да? Ну что ж, спасибо. У вас сейчас есть уникальная возможность передать привет всем родным, близким вам людям. Можете еще раз проговорить, кто ваша мама, кому вы хотите передать привет. Привет моей маме, моему спонсору компании «Тенториум», Баранову Светлане Анатольевне, угу. И всему городу Кирову. Угу. Ну что ж, спасибо. Напоминаю, что сразу после форума с вами свяжется наш специалист для уточнения вопросов доставки подарка. А мы желаем вам и в дальнейшем только побед. Всего вам доброго, до свидания. Ну что ж, дорогие друзья, кто присутствует сейчас в студии, я вас приглашаю всех присоединиться ко мне. Давайте, пожалуйста, покажемся, кто мы здесь, да? Кто принимал сегодня участие в розыгрыше призов, были прямыми свидетелями тех победителей, которых мы доставали из нашего барабана. И прямо сейчас у нас прозвучит салют в честь наших победителей и всех участников форума. Время возможностей в «Тенториум». Так, а мы сейчас передаем слово нашей главной студии. Марат, Светлана, вы с нами? Поздравляем победителей! Благодарим всех гостей и участников нашего форума. Невероятный эмоциональный розыгрыш. А в будущем желаем всем только побед. Принимайте участие в наших мероприятиях и дальше. Пусть каждому сопутствует только удача. Знакомьтесь с новинками «Тенториум» и приобретайте продукцию на сайте компании и в сервисных центрах. Тем более, что у наших покупателей всегда есть возможность приобрести продукты «Тенториум» по самым привлекательным партнерским ценам. Активно участвуйте в бонусных программах и акциях. В «Тенториум» есть замечательная традиция. Всем участникам больших мероприятий дарятся подарки. И сегодняшний день не исключение. Все, кто сегодня и завтра, 30 и 31 января, приобретет в нашем интернет-магазине крем «Тенториум Ультра», получат возможность приобрести со скидкой в 30% ягодное дрожже черника. И каждый, кто купит в эти дни суперновинку крем «Тенториум Ультра», получит в подарок новый каталог продукции «Тенториум». Что сказать, сегодня был фантастический день. Мы узнали очень много нового, огромное количество интересной информации. Абсолютно с тобой согласна, Марат. И наша новинка крем «Тенториум Ультра», обладающая невероятным количеством полезных свойств, он просто не выходит у меня из головы. Я, как человек, проводящий за компьютером основную часть своего времени, ждала именно такого продукта. Согласен. «Тенториум Ультра» действительно полезный и эффективный. Дорогие друзья, наш форум подошел к своему завершению, но мы не прощаемся с вами. Время возможностей только началось. Переходим к году возможностей. 20 марта нас ждет еще одно грандиозное мероприятие – Апи-марафон «Тенториум». Мы будем ждать вас. Это будет встреча друзей, праздник знаний и эмоций. Благодарим всех спикеров, экспертов и гостей, принявших участие в сегодняшнем онлайн-форуме. Команду «Тенториум», которая работала над созданием этого замечательного мероприятия. И, конечно, благодарим всех гостей по ту сторону экрана, которые смотрели нашу трансляцию. Дорогие друзья, хочется пожелать здоровья вам и вашим близким. Приглашаем на наши следующие мероприятия. Мы не прощаемся с вами. До новых встреч, друзья!
я крыт для всех, чтобы каждый на земле приобрел себе.